Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели акцию «Безопасный двор», чтобы напомнить родителям о необходимости постоянного контроля за детьми во время прогулок. Они рассказали об опасностях, которые могут подстерегать малышей во дворе. Одной из главных дорожных ловушек является неожиданное появление ребенка из-за припаркованных возле домов автомобилей. Зачастую это приводит к ДТП. Взрослых и ребят попросили избегать таких ситуаций и напомнили о пользе использования световозвращающих элементов в одежде.